Ну, как раз про Белый дом. Он отмалчивается. Администрация Обамы отказалась комментировать заявление нашего МИДа о том, что президент США просил Владимира Путина о помощи. Речь шла о содействии в розыске американцев в Сирии. Поводом стало освобождение фотографа из Сан-Диего Кевина Доуса. Дамаск арестовал его за незаконное пересечение границы. По просьбе Москвы власти Сирии проявили милосердие и отпустили американца. Мария Захарова подчеркнула, что Барак Обама обратился к нашему президенту с личной просьбой помочь освободить других граждан США, которые могут находиться в Арабской Республике. Белый дом официально поблагодарил Кремль за участие в судьбе Доуса, но от обращения на имя Путина отнекивается.